На Куркинском шоссе у дома номер 26 собрались десятки неравнодушных жителей, чтобы обсудить вопросы установки шлагбаума во дворе, уборки подъезда и благоустройства территории. Председатель совета дома пригласил на встречу химкинского депутата Александра Васильева и представителей управляющей компании «Жилищник» с просьбой проконтролировать решение всех вопросов, о которых просят жильцы. В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» я сегодня ответил на многие вопросы, поступающие в адрес. Также на те вопросы, которые я не смог ответить, они были переданы в работу управляющей компании. Также у нас сегодня были и сотрудники других компаний, которые помогли жителям разобраться в тех вопросах, которые у них возникают. Подобные встречи проходят в Химках уже на протяжении года. Управляющие компании выступают исполнителем запроса людей. Депутаты обеспечивают контроль и обратную связь, а жители дают итоговую оценку качеству выполненных работ. Такой формат работы отвечает принципу «житель всегда прав», озвученному губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.